Привет, дорогие зрители! У нас сегодня 4 апреля. С чем вас и поздравляю! И зима продолжается, дорогие мои друзья! Зима продолжается. Ну что мы видим? Мы видим опять и снова снег. Вот я даже бы не знала, что у меня здесь, понимаешь, в гости захаживают олени. Благодаря снегу я это вижу. Потому что днем я их не вижу, они, видимо, только ночью, и следы явно-явно об этом указывают. Да, что вам сказать? Ночью было минус 11, сейчас, наверное, минус 5 где-то. Днем будет, может быть, минус 1, чуть позже. 4 апреля. Так что... Очевидно, все-таки надо менять уже погодный календарь. Время надо менять календарное. Ой, уточки гуляют у соседей во дворе. Уточки. И курочки. Я только не понимаю, как у них курочки в такое в зимнее время не мерзнут. Курятник. Совсем слабенький, может быть, там обогрев какой-то есть быстрее всего, потому что куры бы, наверное, все перемерзли. Температура это сейчас минус 11 ночью, а зимой январь-февраль минус 20 было. А у меня дома красуется весна. И плевать мы хотели то, что снег. А мы себе сделали уже весну. Вот так вот, видите, какая прелесть. Что вы хотите, дорогие мои зрители? Видите, я семена замочила. Собралась рассаду делать. Ну как это можно так вот планировать что-либо, а? Ну что делать? Буду высаживать, все равно делать рассаду. А что делать? Не на улице, я имею в виду в комнате здесь рассаду. И в комнате у меня тюльпаны, а пахнут как? А как пахнут, а? Эти земле. Я хочу сохранить и луковицы. Да, смотрите, сколько у меня снека. Тут мы с Розей подснекиваем по чуть-чуть вечерком. Видите? Наш снэк. Орешки, там конфетки. А это палочки хлебные такие, знаете? Очень хорошие. Это я купила с органики. Там, где продукты. Ну, а Розе в течение дня старается все-таки дорвать свою последнюю игрушку. Это последнее осталось. Все. Все-таки докусать ее, дорвать. Но этот тигренок держится. Ну, не хотела бы я выбрасывать этого тигренка, потому что этот тигренок уникальный. Я вам как-то рассказывала, что он засветился там в видео где-то. Да. Рози наша немного притолстела. Подтолстела, хотя я стараюсь по минимуму что-то ей давать, конечно, собачью еду, но это потому, что она дома опять и снова сидит, вот как бы ей нужно двигаться, бегать, ходить, гулять, и тогда она будет себя лучше чувствовать. У меня даже в спальне стоят тюльпаны, видите? И запах очень хорошо от них исходит. Муж говорит, что чувствует. И такое расслабление. Надо все-таки сюда больше в комнату поставить, в спальню. Как бы сказать, это не расслабляющий такой запах. Очень релаксинг такой запах. Знаете, тюльпанный. Прелесть, видите? Ну что, покажу я вам, наверное, что я сегодня приготовила. Может быть, я напомню вам, что можно сделать такое блюдо. Называется meatballs в соусе.
мясные шарики в соусе. Соус здесь морковный, селери и перец. Видите, какая красота. Это я буду кушать, и муж будет кушать. И, естественно, можно какую-то кашку приготовить. Я ему лично сделала овсянку. Овсянка. А я буду кушать картошку. Цветы мои тоже задепрессировали. Задепрессировали, потому что они понимают, что время вроде бы как весна, но они все еще стоят здесь у меня. Вот как? Как можно им объяснить, что на улице холодно? Как можно объяснить? Они ждут, не дождутся. Это роза. Она очень красиво цвела летом. Естественно, сейчас она ничего не дает, никакого цветения. Конечно, она будет цвести, но когда? Что ж, будем ждать. Китайская роза тоже не дает цветения всю зиму. Она цветет только тогда, когда я уже все растения свои выставляю на порч, и тогда она будет цвести. Прошлое лето цвела красиво, и роза цвела. Потом что, ну, еще какой-то цветок там, да, но все цветы, они имели цветение. А видите, в зимнее время нет, хотя, наверное, если бы оно стояло постоянно здесь, в комнате, может быть, и цвело. Конечно же, тает, вы как видите, капает, потому что солнышко вышло и подогрела. Но все равно температура холодная стоит. Холодно очень. Да, что сказать, действительно время передвинулось. Это не только у нас, это везде, дорогие зрители, везде. Я как бы смотрю тоже видео, кто показывает, рассказывает. И температура, апрель месяц, тоже снег, холодно. И в марте. Поэтому календарь, очевидно, надо передвигать на пару месяцев вперед. Это получается, зима будет начинаться с январь, февраль и март. А апрель, май, июнь – это будет весна. Ну, хотя бы на месяц, да? Хотя бы на месяц. Но уже передвигать это точно надо календарь. Чтобы людей не вводить в заблуждение, потому что все-таки, как сказать, зрительное, да, или зрительное восприятие. Но наше трехмерное такое восприятие, оно очень явное. Да. И человек ждет, вроде бы смотрит на календарь, но апрель месяц или там март месяц, да, тем более апрель. Думает, ну все, наконец-то, цветы, сирень, запахи, а на вам, а на вам. И нет. И здесь моя такая бурная зелень ждет свое время, когда она наконец-то порадуется солнечным лучам. Хотя солнце я достаточно им даю с этой стороны. Тут солнечная у меня сторона. Но тем не менее, вот такое сегодня у меня небольшое видео. Поздравляю вас с, так скажем, еще не наступившей весной. Хочу вам тоже подарить эти прекрасные цветы, весеннее олицетворение весны. Потому что тюльпаны, они только весной цветут. Рози. Ну и в заключение покажу вам немного своей красоты, наших женских, таких женские, как это? Как это сказать, я забыла свое выражение. Свое выражение. Штучки-дрючки. Вот. Смотрите, какую красивую я купила бабочки. Их было две, я одну уже использовала. Вот одна осталась, очень красивая. Видите? С
Симпатичная. А использовала я на украшение. Видите, бабочка? Но украшение покажу вам позже. Это новое украшение, которое я переделала на струну, жемчуг и коралл. Но это будет позже. И желаю вам всего хорошего, дорогие зрители. В любом случае, жизнь продолжается, и радоваться нам не запретит никто. Рози, я вижу, что ты делаешь. Я вижу. Вот вся радость тебе. Да, тихо. 5 минут подышать свежим воздухом. И 2 минуты не прошло, Рози. Да, не любит она. Холод, мороз, ну не любит никак. Как шуганула. Артистка ты, Рози.